Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сейчас Паскаль заправляется дизтопливом. Посмотрим, какие цены на сегодня. 95-й бензин 1 евро 64 сантима. 98-й бензин 1 евро 70 сантим. Суперэтанол Е85 90 сантим. И газоль дизтоплива. На той неделе был 1 евро 91, на этой неделе 1 евро 84 сантима. Топливо во Франции подешевело. Интересно, в связи с чем? Паскаль заправился. В связи с чем это подешевел бензин и дизтопливо во Франции? Ведь Олаф Шольц, Германия, и Эммануэль Макрон, Германия, до такой степени спорили насчет СПГ, насчет газа американского. И что интересно, Германия и Франция сцепились на собраниях Евросоюза и теперь приняли решение, что почему это дядя Бидон хочет продавать Евросоюзу в 3-4 раза свой СПГ, свой газ. А американцы покупают по той же цене, по первоначальной цене. Как это так? Это же несправедливо, говорит Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Конечно, вся Европа питалась газом, получала газ из России по дешевым ценам. Они привыкли к дешевой цене. А? Дешевой цене. А теперь-то все фикус с маслом вам, да? И вот теперь они уже ищут везде газ. Видите, даже написали претензионное письмо деду Бидону, сам Эммануэль Макрон с Олафом Шольцем. Хотя во Франции Эммануэль Макрон всем говорит по телевизору, и все средства массовой информации говорят, все хорошо, у нас все баки заполнены газом, у нас есть все, и бензин, и все-все-все. Хотя все растет. Все растет. В 2023 году вырастет электроэнергия, газ. Ну, конечно же, продукты питания. Налоги поднимутся на 15%. Представляете? А во Франции мы платим налоги за все, за все, за все, за все. Ну, жить можно. Живем, 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 все хорошо. Вот так вот. Погода сегодня плюс 25 градусов. И до конца октября будет так, плюс 25 градусов. В общем, бабье лето во Франции. Бабье лето во Франции. Очень-очень-очень тепло. С вами был канал Фани МС. Жизнь во Франции. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень-очень рада. Пока-пока. До новых обзоров.